Сейчас загадю. Вот вы не будете отрицать, что существует проблема Ильи Ковальчука-Вска. Вы, наверное... Нет ее проблем. Есть? Нет. Ну, есть. Это действительно хороший капитан. И вы увидите, он будет здорово играть. Я уверен в этом. И, к сожалению, просто на него свалилось действительно очень много в прошлом сезоне. И я не считаю, что это... проблемы у него. Нет, у него проблем никаких. Ну, переход все равно перестроение с одного ритма жизни на другой, с одного хоккея на другой, он тоже складывается. Просто вы из тех, кто там сумели сдержать Радулова, сможете вы сдержать? Это неправильное слово сдержать. Если бы я сдерживал, они бы тогда не забивали эти голы. Раскрыть. И не раскрыть. Сдержать, нет, неправильное слово. Сдержать. Ну, поставить его в ту колею, которая вам нужна, потому что Саша неуправляем. Мы все знаем, что Саша своеобразный человек, его очень трудно там заставить играть. Он очень тонкий. Вот. Ну, я про это и говорю, что Ковальчук из той же породы? Нет, они разные люди. Но очень чуткие, чувствительные оба. Очень семейные. Очень профессиональные, работящие, жаждут выигрывать и забивать, и когда не получается, у них у обоих вот эта импульсивность, которая иногда им мешает, на которую нужно правильно аккумулировать. Но стиль разный, уже хват разный. Один леворукий, другой праворукий. То есть вы такие тонкости замечаете, вот нам этого и не хватало. Да ладно, подавал. Все тренера такие, это вы меня идеализируете, это неправильно. Эти ребята, они классные, действительно, они, понимаете, иногда вот на них, вот, Ковальчук не играет и все, проблема в этом. Он же тоже переживает, когда не получается. А у всех игроков, любого вида спорта, она же идет. Единственное, как и в команде, главное, чтобы не было вот таких вот цунами. Всегда будет где-то по волнистой идти. И физическая форма, там какой-то удача, неудача. Белая полоса, черная полоса. Чемпионат мира вы посмотрели или не удалось посмотреть? Я опять же, вот, можно вопрос догон, как раз это чемпионат мира. Похоже очень на Кёльн 10, когда в России более-менее Dream Team, как ее называют. И на остальных называют слабачками. Но и тогда мы взяли только серебро. Вот, чего надо опасаться вот в последних двух матчах? Я бы не сказал, что сейчас Dream Team. Олег привез ряд молодых игроков, которые первый раз вообще на чемпионате мира. И честь ему хвала, что он дал им возможность поверить в себя и поверить нам, в них, всем болельщикам. То, что они играют, и это показывает о том, что в нашем хоккее есть талантливые ребята, которым нужно только дать. 14 дебютантов. Это не похоже на Кёльн совсем? Нет, это свой чемпионат. Это своя история, своя эпоха. И я очень рад, что у ребят получается. Похоже на вашу сборную? По стилю? Я скажу, что мы оба играем в атакующий хоккей. Ну, нельзя говорить атакующий. Я сам говорю, что неправильно разделять атакующий, оборонительный. Шведский тренер сказал агрессивный. Да, можно так сказать. Но у вас был менее агрессивный, а более комбинационный. Да, да. Это уже деталь. Но оба стараются за счет энергетики, потому что российский хоккеист, он обязан вот эту энергетику выплескивать. А методы и тактические рисунки, они могут быть немножко разными. Но то, что дает результат, это говорит о том, что действительно Олег правильно ухватил характер. Нас, на самом деле, журналисты очень тревожат, что очень закрытая сборная стала. Нет, говорю, мало общаться с прессой. Нет, вот при вас-то такого было, кстати, меньше. Да, вот да. Как вам удалось? Ну, даже я помню, в Уфе, даже в трудные периоды вы как-то все равно, ну там чуть поменьше, что-то у вас сокращалось, но не было. Вас просто не было в Уфе. Досаждать-то кому? Не было. Я вам пытался как-то позвонить. Вы трубку сбросили? Не надо, не надо. Вот сейчас я говорю четко. Сейчас он лукавит. А Паша приезжал. Я приезжал, да.
Было очень душевно. Не, я говорю о том, что вопрос у меня был в том, насколько, как вы думаете, мешает, может быть, журналист вот, игрокам в таких турнирах? Может, мне вообще мешает. Не лезть к ним вообще, то и тогда мы успокоимся. Знаете, у меня свое видение и свой подход. У Олега и нынешней сборной у них свой. Я не имею права ни критиковать, ни лезть. А я не про критику, я ваше мнение о вашей команде. Вот. Ваше мнение о вашей команде. Мое мнение всегда было, что мы играем для зрителя, поэтому мы должны жить вместе. Ну, конечно, не так, что в отеле тут... Подождите, у вас был один запрет только входить в номера и столовую. Все. Но, в принципе, мы это соблюдаем, мы с этим согласны и никогда его не нарушали. Там один раз, помните, в Квебеке поднялись девочки из газеты «Жизнь» за... Вы будете, но они брать интервью пошли. Интервью, в смысле интервью. Это мы выиграли, наверное. Да, нет, но есть какие-то существуют правила, особой закрытости ведь не было у вас никогда такой. Мы старались не закрывать. И для меня иногда было... Я давал пример в других видах спорта, сейчас не буду говорить какой, что наоборот отталкивали всех. Ну, может быть, это... Сейчас связано с тем, что это первый чемпионат мира. Угу. Молодые ребята, которые пришли, чтобы фокус у них не сбить. Может быть, из-за этого. Я бы не стал сейчас как-то искать какие-то такие... Тем более ваш коллега работает, Игорь Ларин. Он нам не коллега, давайте вот так вот. Он нам не коллега. Вот. Это все равно, что вот вы... Вячеслав Быков возглавили СКА. Это вот есть факт. А он нам не коллега, это другой факт. Я, кстати, когда был вот этот конфликт с этими, с бойкотом прессы, там был в Кёльне, и даже тогда это не от вас шло, а вы грудью стали, как вот еще раз, в очередной раз, чтобы защитить всех игроков. Это я просто подчеркну этот момент, что... Ну, мы не будем эту тему развивать. Это, опять же, про прошлое. Вы вспоминаете с ностальгией Квебек 2008? Золотое время было. Ты мне говоришь, у меня... Сразу это находится. Но это ж классика. Но это ж. Я не знаю, это пик. Классика или что. Это. Не знаю. Ну, я понял, да, эмоции. На самом деле у меня такие же. А как вспоминаю вот этот финал, прям. Как я бежал вниз, вот это все. В раздевалку. Это... Ладно, ну, давай задать вопрос. Про КХЛ? Заставили. Ну да. Вы здесь, у вас основная задача это встретить ИФФ, да, Зал Славы и... Да, потому что я думаю, что, мне кажется, они каждого кандидата опрашивают, если согласен и сможет ли приехать, поэтому после того, как я дал свое согласие, то... А если вы не согласитесь, вас не включили? Я не знаю. Вы французский не забыли? Я помню, задавал вам в Кубаке вопросы на французском. Парлиан Франсе сегодня были. А на английском... English it's not my best language, but... Вообще вот за все это время меня поразило просто до глубины души, что вы такие не отказались от Захаркина, хотя мы знаем, что были предложения приходить в клуб без Захаркина. Вот я точно знаю там минимум двух предложений. Вот это тяжело было для вас лично? Нет. Нет? Даже знаю, что вы там потеряете в деньгах, в каких-то серьезных доходах. Для меня слово предательство, оно слишком жестко. Слишком. Но ведь я не могу. Даже Игорь Владимирович нам говорил, что он вас не осудит за это. И я бы его не осудил. Ну, почему Олег работает с Харрис? Им удобно работать вместе. Почему Владимир Крикунов работает с тандем у них? Ну вы ведь за Захаркиным. Почему Лединов работает с Беловым? Да. Ну, люди друг к другу притираются, находят какие-то, не знаю, это симбиоз должен быть. Потому что возможность с кем-то спорить, добиваться истины и идти вместе,
независимо от того, что одно мнение было одно, другое другое, но когда приняли решение и идут вместе, и спина к спине, почему менять, я не понимаю. Просто в какой-то момент перефразировали слова человека, и не так его, или хотели перефразировать, и перефразировали, чтобы его выставить в таком-то ракурсе, сплавили, чтобы сделать сплавили. Больно мне и ему. Для чего, я, зная это, зная его как человека, для чего я должен отказываться от него? Это против моих принципов лично просто. Здесь никакие деньги, здесь это все брехня. То, что пишут тоже, здесь этот такой клуб богатый, мы будем богаты, такой бардак просто. У нас сейчас мы ищем только замарать, или деньгами, или славой, то есть искус. Мы создаем искусственный искус. То есть мы создаем искусственно материал, который мы можем продать. Угу. При этом вы ведь с Захаркиным не то, что, знаете, там, не отдыхаете вместе, не есть, не как вы друзья, живете, да. Живете, да, вы стараетесь друг другу не доедать вне работы, правильно? И во время работы у нас разные кабинеты. А команды не разные? Вот так. Просто вот кольцо мне говорит. Команда разная. У него своя супруга, у меня своя. У него свои дети, у меня свои. Кольцов говорит, что там с Кириллом. Говорит, что не перекинулся словами, ну, ни разу там с вами не поговорил за год, с Захаркиным. Он со многими разговаривает. Не знаю. Со мной поговорил лето. Я теперь всю жизнь с собой пронесу в сердце. Ну да. Раз в жизни, да? Да. Понимаете, если человек не хочет, силком не заставишь. У всех разный характер, и у него тоже своеобразный характер. Это действительно, это талантливый хоккеист, я не спорю, но он должен, ну опять мы будем заходить в эти дебри, которые нет смысла. А если ты не хочешь разговаривать, ты никогда не будешь разговаривать. И ты будешь искать всегда виноватого в ком-то. Ну, есть у него это мнение. Ну, напоследок, фуршет-то будет на награждение? Не зря же вы приехали, наверное. Покормят? Как тут вообще это вот с этим? Я, честно говоря, даже не знаю вообще, как это мероприятие и все. Для меня это вообще новое все. Немножко попахивает кладбищем. Оно вон через дорогу. Да. Потому что все эти залы славы, это такое впечатление, что уже как бы это в архив туда раз, раз туда и это. Наоборот, признание заслуг. Да, безусловно, но это так, я шуткой все, конечно. Ну да. Тем более вы в хоккей вроде играли, как бы. Люди помнят. Пробовали, да. На просмотре были в олимпийской сборной. Там, в Фрибурге, да? Сыграли. В ЦСКА, по-моему, да, звали вас? Один раз даже отказался. Серьезно? Да. Один раз отказался. Во второй раз пришли. Я уже начал отказываться, говорит, ну что ты. Туда, на Камчатку или куда? Да нет, я все помню. Крикунов там все время через забор перелезал, убегал там, когда за ним приезжали. Я в институт поступил, каюсь, что говорю правду, в институт поступил в свое время, чтобы избежать армии. Это был институт с военной кафедрой. Но в любом случае они имели право забрать ее из института. Ну да. Не спастись было. Хорошо, я хотел играть в тракторе, но в какой-то момент мне сказали, ты должен ехать туда. Я сказал, хорошо. Спасибо, что поехали. Да. Спасибо. Я тоже счастлив, я тоже рад, потому что для меня это была другая школа. Школа жизни, школа выживания и школа таких очень сильных взаимоотношений, эмоций. Очень сильных. Люди той команды, они многого добились, несмотря на то, что было все жестко и тяжело. Я всегда вспоминаю эти годы с такой, и с ностальгией, и с вдохновением, с желанием и с гордостью. От меня, кстати, последний вопрос я задам. Я не помню, ваш стяг висит в ЦСКА? Там же куча... Я не буду рад отвечать на этот вопрос. Спасибо.